Приветствую! С вами на связи Дмитрий Белозеров. Наш видеокурс 5 «Мышление чемпиона» вышел. Игра – это не просто кладка шаров в лузу. Это умение принимать нужные решения. Чемпион – это не титул. Это состояние, которое вы, посмотрев курс, сможете прочувствовать лично и осознать в себе. Узнайте, что в мышлении игроков топ-уровня помогает им выигрывать и становиться чемпионами. Психология и приемы игры, выход и построение серий, тактика и отыгрыш. Здесь будет разбор в американку и в старую Москву. В видеокурсе между нами с Игорем Литовченко показана реальная игра, снятая с двух камер GoPro, и каждый интересный удар мы обязательно комментируем. Специально для вас на стоп-кадрах, графика, точки на битке, резко и сила удара. Если вы истинный ценитель бильярда, практикующий тренер или играете в турнирах и в коммерцию, этот курс тем более для вас. Подробная информация под видео. Можем посмотреть еще вот эту пару. Не факт, что она не проходит. Я думаю, что ее как раз видно. Видно? Да. Ну, как-то сложно спрогнозировать продолжение после этого удара. Разве что боковым правым вращением, чтобы от борта подбить кучу. Но это усложнит забитие немного. Давайте попробуем. Получилось. Ну опять ничего простого. Есть опять пара. Обычно игроки на высоком уровне уже не смотрят резку. И редко, когда заходят в линию удара, то есть они интуитивно становятся в линию к шару, не делая даже никаких поправок, все происходит автоматом. Но в серьезный ответственный момент мой совет – более качественно настраиваться и подходить ответственнее к шару, дабы не допустить элементарной какой-то ошибки. В принципе, шар для профессионала был несложный, но он был чреват тем, что если не забиваешь, куча разбивается, и, как мы видим, становится вообще простая позиция, которую даже любителю уже будет несложно завершить свой подход окончанием партии. Давай разберем эти позиции все по нюансам, потому что здесь такие полурезочки маленькие. Хорошо. И каждый момент. Ну, как мы видим, вот у нас есть шар в центр, с которого можно уже постараться, в принципе, сделать выход в любую лузу, потому что резко нам позволяет. Как накатить туда, как мягко перевести сюда, как от борта выйти в этот центр, как от борта выйти сюда, как от двух бортов выйти туда, и даже как от борта на правом вращении просто постараться вернуть его сюда. И я считаю, что самый оптимальный вариант в данном случае будет сыгрывать вот этим шаром и делать перевод на этот угол, потому что для правши будет удобнее скатывать все шары в эту лузу. Мне, допустим, просто даже сыграть вот такой шар и постараться его поднять. Под что его поднимать? Под этот? Под этот? Да. Здесь еще пара одна стоит. Она проходит. Но она особо не перспективная. Я думаю, что самый оптимальный вариант будет пятеркой делать перевод сюда. Есть, конечно, немного неудобность. Да? Не становимся, концентрируемся.